Здравствуйте, дорогие любители компьютерных игр. Мы продолжаем проходить GTA 5. Не побоюсь этого слова, самую ожидаемую игру года. Играем за Франклина. Пока никого у нас нету. Так, давайте приоденемся, что ли. Так, костюмы, пиджаки. Нет предметов. А у меня пока, по-моему, ни черта нет, да? Очки есть? Нет, пока у нас ни хрена нету. Так, ладно, давайте выйдем тогда на улицу. Ну, ужин тебе приготовить? Да нет, ты что, гонишь, что ли? Обычная, то есть... Семья... афроамериканцев, которые живут на пособие. Используйте L, чтобы выбрать канал, используйте L, чтобы изменить громкость, нажмите, чтобы прекратить просмотр, покурить встать. Ну, давай покурим, чё. Тем более мы курим. Не сигаретки, насколько видно. О, знатная дурь. Кстати, смотрите, у него на столе лежит, тюбик с легально продающейся марихуаной. О, поплыло как все. Ну все, короче, Франклин поплыл. Да, такая марихуана, то есть продается в США, но по рецепту. Ее употребляют те, кто болеет глаукомой. Так, нам звонит Симон. Franklin! Hey, what's going down, huh? The market, my boy. Liquidity's a bitch. Get over here so I can give you the new repo list. All right, dog. I'll be around when I get a chance. Так, Симон отмечен на карте знаком S. Направляйтесь к нему, чтобы получить работу. Ну, да, работу, конечно, можно получить. Не все же балду гонять и на пособие жить. Давай, валим, короче. Покурили нормально. О, а на дворе ночь. Какая работа, если ночь? Да, типичное такое райончик, где живут темнокожие ребята. Ну, давайте прокатимся. Ты тупишь? Не пойму. Нет, радиостанцию мы менять не будем, потому что нигеры слушают только нигерскую музыку. Блин, ну тачка у него, конечно, да, не по средствам. Ну, не учитывая того, что они воруют машину и этим промышляют. А GPS как-то не может дорогу проложить? Ну-ка. Обратимся к нашей карте. Так, что у нас здесь, интересно? По легенде что-то не показывает. Видимо, мойка машин. Это что за туфелька? Стрип-клуб. А, автомойка, действительно. Так, это оружейная амуниция, как всегда. Нам сейчас надо к Симону. Да, прокладывает путь. Шикарно. И вообще будем отыгрывать роль, то есть за каждого персонажа свою. Если у нас Франклин такой
уличный гангстер, коими считают себя, ну, половина, наверное, темнокожие братья, то есть, соответственно, ему отведем такую роль. Оп, нам сюда. Майкл у нас такой более-менее рассудительный, здравый человек. Давайте припаркуемся прямо здесь. А Тревор вообще на всю бошку, то есть отмороженный. И поэтому... Так, нам с заднего хода что ли зайти? Блин, почему ты не бегаешь? Бежал. Так, Симон, ну где ты там? My dear boy, so good to see you, so good. Hold me. Yeah, look, man. Look, we've been working together for about a few months now, right? Which is why I am very honored to announce to you that you are employee of the month, huh? Твою мать, работа месяца. It wasn't easy picking a winner. Yeah, me, Lamar, your nephew Sacha with the twitch. Look, man, it's been a real honor, homie. But I gotta move forward in my life. It seems like all I do is let people tell me what to do, and I do it, and nothing changes. I tell you what, my boy. You tell me exactly what you want, and I will very carefully explain to you why it cannot be. What? Today is repossessing vehicles that fools have purchased at exorbitant interest rates. But tomorrow, together, I never had a black son. But if I did, I want him to be just like you. Knock, knock, nigga. Hello, Lamar. What's up, homie? What's up, homie? What's up, dog? Franklin here has been awarded Employee of the Month. You're fucking with me, right? Man, we both being fucked with, dog. Man, knock it off, man. For real, after all the motherfucking work I put in, man. Man, fuck this employee of the month shit, homie. I'm sitting up here trying what to get What you mean, fuck this employee of the month shit, man? When it's some shit to be won, goddammit, I want it. I don't give a fuck what it is. You know what I'm talking about? I take no prisoners. I go hard doing this shit. Big dog, big nuts. When names is on the motherfucking board, I want to see my name at the top of that motherfucking next to it. It needs to say, winner. Maybe next month, huh? Man, fuck next month, Simeon. What about today? I demand a retrial. Today is nothing. Just a bike. Hasn't made a payment at all. Some kid at Vespucci Beach. His name is Esteban Jimenez. Is he in a gang? Curiously enough, I did not inquire when he bought the bike. We got work to do, employee of the month. Man, fuck you and come on. Man, he's about a yes master ass nigga. Ну, погнали. Ой, как Ламар много болтает. Конечно, я за руль сяду, не ты же. Получается, что это не Симон, скорее всего, а Семен. Ну-ка, залезть я могу. Ух ты, даже залезть могу. Что здесь у Семена на крыше творится? То есть, да ладно, я просто посмотреть. То есть, Семен дает кредит тачке, кто не может рассчитаться, он просто тупо забирает при помощи Ламара и Франклина. Да, садись в тачку, чё ты? Или ты на чем хочешь поехать? На пешекарусе. Ох, нифига себе, какая тачка. Ты, если такая крутая тачка, можешь гонять, что ли, как хочешь? Yeah, step up, nigga. Of course this dude real. Who else gonna have to require a surplus of paper and deficiency in brain cells? He just put a dub down on this bike. 20 G's? With a 3G note? Damn, that motherfucker must be tricked out, dawg. Man, this whole setup designed to take drug money. All right, man, look, we go in quiet. In and out, no fucking drama. I'll try, homie, but I'm one loud, dramatic, brass, crazy, greedy, shoot a motherfucker in the back type motherfucker. And you love me for it, nigga. That's right, homie. Nothing but love, nigga.
That Simeon a funny dude, though, It's gonna be a shame when we get to book his ass and jack him for all this shit. What the fuck you talking about? I'm a psychotic motherfucker. That's how shit work, ain't it? You do some jobs for a fool, develop a little uneasy relationship, and then they ask you to do something above and beyond. You fall out, fools get capped, and then you start all over again with some other fool. Where the fuck you get that from? That ain't my life, dummy. How about the boy with the eye from around the way? Marcus or something, you were slanging for him, and then he got what was coming, right? That was different. That dude had it coming. I don't want to clap my boy Interior either. I like homie. It's just smacks of the inevitable. Look, dawg, this time we legit, homie. This honest work is gonna end up with us coming up in the world. Oh, really? That's a nice change from fools coming up on us. That's trill, homie. You damn straight that's trill, partner. But it's a shame I don't believe it. You wanna drop some notes on that shit? I give you the odds, homie. You Apache motherfuckers love y'all best, huh? You should go work on one of them reservation casinos. Офигеть, они столько болтают вообще. The bike should be in one of the lockups down here. Should be is the story of your life, asshole. Так, в каком гараже? О чем ты говоришь? Watch me, fool. You think this crazy motherfucker wants something? Кто там орет? Hey, what's up, homie? You alright? No, wait! Away from me! We're for sample agents! Yeah, you thought I was gonna hit your bitch ass, huh? Drunk ass nigga. Бедолага. Shit, man. Play it cool. Опа, кто это такие? Yeah, that's right. Man, I don't like this shit one bit. Блин, какой-то да. Какие-то задворки мы попали. Man, your pussy the only thing that's smooth up in this shit. Man, what exactly did I do in the past life to deserve your stupid ass? This is a routine lick, dog. Chill. Do them Vagos look routine? This is a shady ass alley. Shit, we in Vespucci Beach. We on the wrong side of Vespucci Beach. You should know a block makes a difference. Hey, hold up. It's in one of these lockups. Окей, обычном гараже. Что-то меня привлекает этот желтенький. Хрена здесь лысого. Здесь тоже пусто. Ты думаешь? Ну, шанс есть. Опа, там ребята какие-то идут. Ain't no motherfucking bike in here, man. No shit, nigga. Hola, amigos. Hola, S.A. We saw you trying to creep up in here, man. Yeah? You saw this motherfucker? Oh, shit! Come on! Ни хрена себе, Ламар. I got my ass beat over a fucking gunfight. Man, stop being a pussy, nigga, and grab that heat. Fuck, they must have heard some shit. Ни хрена ты. On your left! Find your bitch ass cut! Oh, ё-моё! Oh, ё-моё! Блин, пока разберусь с управлением. Где он там, а? Now look what you done gone and done. Follow me, let's get suited. Man, what's a few more of these... Давай, Ламар, у тебя вроде опыта побольше в перестрелках, а? Да твою мать! Почему ты пистолет не взял опять, а? Блин, да, пока я разберусь с управлением, меня будут убивать снова и снова. Я надеюсь, не сначала нам придется пилить сюда. Нет, не сначала. Ох ты, как, смотри, он же... Fool, I ain't making no friends out here, homie. What was your damn trick? Get out, fool! Shit, on your left! Get the fuck out! Homie, get out! Man, you make a fuck like a chick. Good looking, homie. Да, здесь надо прятаться только так. Right people to pick a fight with, niggas.
Блин, автонаведение, конечно, спасает. Без автонаведения никуда. Так, а ты не оставил здесь какой-нибудь пистолет, патроны, а? Что-нибудь. Наверху парняга. Еще один. Да, живой на этот раз. Да, ты смотри, он собирает стволы. Так, здоровье восстанавливается, если здоровье меньше, чем 50%. Да, само собой, тачка-то моя. Let's get him, homie. I wanna get paid. Paid ain't worth shit when you doing 25 with an L. We massacred those motherfuckers. Shit. О, блядь, здесь тупик. Так, можем проехать? Motherfuckers getting away from us. That's because he's sitting on 140 cubic inches right there, nigga. Oh shit, professor, you're right. Man, you lost him already. That's a monster fucking bike you riding, stupid. Да, у него крутой байк, а у нас. Не все в порядке еще с управлением пока. This punk get away, we going down, homie. He gonna pin us for all these bodies. Поэтому пока как-то так. Где он, по парку гоняет, что ли? Чувак, извини. Еще два чувака, извините. Нам надо перехватить этот чертов байк. Блин, он далеко еще, да? Shoot him down. Time to get that shit up, you no credit, motherfucker. Да, блин, куда он свалил? В другую сторону, что ли? Я в эту еду. You letting this fool go. You was right on top of it. Давай, Франклин, топи, 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 топи. Бля, он застревает еще после аварии. Какой-то вязкой консистенции. Блин, да так не вообще нереально. Так вот, вот так вот, ну. Oh shit, he down. Dog, we gotta lay low. Get the bike and meet me at the car wash on Innocence. Так гораздо как-то лучше будет. Блин, стрелять с машины. Ну-ка, дайте я попробую. А, ты все, уже сел за руль. Давай, чувак. Эй, тачку мою не разбей. Что ты творишь, нигер? И вот это вот крутой мотоцикл. Чтобы повысить показатель вождения, развивайте максимальную скорость, уходите от столкновений, сделайте стойки на колесе, выполняйте прыжки на транспорте и добивайтесь идеальных приземлений. Высокий показатель вождения позволяет лучше управлять транспортом в воздухе и дольше сохранять равновесие стойки на колесе. Да нам-то зачем это надо? Так, в принципе, детский сад. А как делать стойки на колесе? Что
Не получается, он вроде тянет, но не вытягивает. Так, как же как стрелять? А, он просто стреляет, да? Надо просто выбирать цель. Так, куда это мы приехали? Man, I can't hang with your ass for a while, bro. Psychopath. You done finally fucking lost it. Nigga. That's that Apache blood in me, homie. You ain't lucky I ain't do a flying tomahawk and scalp they motherfucking ass. We can't repo the assets of a dead man, big sitting chief asshole. Nigga, and we ain't going to neither, nigga. I'ma keep this motherfucker for myself. Tell Simeon we couldn't recover. Ну ты хитрожопый. Tell him, you fucking moron! Вот хитрожопый нигер, а. Так. Заработали серебро. Ну, слава богу, не бронзу хотя бы. Хотя для меня разницы нету. Прошел миссию и прошел. Как ее прошел, это уже не важно. Незнакомцы и чудаки обозначены на карте Сан-Андреаса вопросительным знаком. Так, а мы, кстати, рядом с нашим домом находимся. И там рядом с нашим домом какой-то незнакомец. Так, просто не пройдешь. Тем более, что Ламар был на нашей тачке. И она нас ждет здесь внизу. Дружбан, встреча выходит на свободу. Встреча сделал свое, мы тебе звякнем, чел. Вы получили смс, чтобы прочитать его, нажмите вверх. Новые сообщения, электронные. Окей, понятно. Так, здесь проедем до нашего дома. Так, кажется, что да. Предлагаю запарковать машину и посмотреть, что там за странный чел такой. О, запарковал. Так, кто-то там хотел скрасть мое одиночество. Ну ладно, нам пока не до него. Так, вот эта девушка. Ой, ё-мать твою. Well, your ass don't look too good. Where the fuck is JB? Smoking. And what about you? I mean, you know, I quit. You know what I'm saying? Almost. Yeah, whatever. JB, look, JB gonna lose everything. He gonna lose the house. You know what I'm saying? The business, everything. And you his cousin, nigga. You said you was gonna help. He ain't my cousin. Whatever, if that's how you feel. What the fuck do I know about towing cars? Look, it's easy. If JB can do it, you can do it for fuck's sake. Come on, I'ma show you. Come on, shit. Alright then, shit. Show him everything. Hey, look, let's make this quick. I got shit to do. Nigga, you need to slow it down. Tanisha was right. Сядьте в эвакуатор. Но он, надеюсь, недалеко? Блин, он далеко. Да, блин, я припарковал уже тачку. Пойдем. Тоня, блин, ты такая шмара страшная. Не то, что пешком. Тебе надо дома сидеть, не выходить вообще. Садись давай. Желательно на заднее сиденье. Shit, your ass must be high or something. I told you, I don't do that shit no more. I mean, I baby doze now and again just for the taste. But I'm doing good, boo. Your eyes don't lie. Whatever you say, girl. Come on.
Мадафака. Самая любимая тема нигеров. Нигерс, мазафака, фака. Так, а, эвакуатор здесь на стоянке, что ли? Ничего, что я на тротуаре припарковал. Надеюсь, никто не против. Пойдем, Тоня. А, нам надо было заехать сюда. Ну ладно, пусть машинка там стоит. Ты со мной сядешь? Так, и что нам надо эвакуировать? Тачки? Yo, we on that like ugly on your mama. 10-9, come again? I didn't catch that. It's Tanya, fool, and my boy Franklin. We filling in for JB. Copy that. Hi, Tanya. Car's a junker. Been there for days. 10-7. Ah, твою мать, куда ты лезешь? This one should be easy. Shit, not easy enough for JB to drag his ass out of whatever crack house he laying in. His loss, your gain, sugar. Except I ain't gaining shit, sugar. Move that seat back, and you know I'll make it right for you. That ain't what I'm saying. Damn, Tanya, what the fuck happened to you? We gotta make this paper, and you can't do it with holes in you. Keep it peaceful out there, man. You're on Radio Los Santos. Breaking news. A gang shootout in Puerto del Sol. That's whack. But it's building for life. Да, зафарили, я не люблю в пробках стоять. Так, давайте я сначала проеду. Эвакуационная служба все-таки. Так, что делать? Так, мне надо подъехать задом к нему. Back it up nice and steady. Поставьте эвакуатор так, чтобы его задняя часть была на одной линии с нужной машиной. Окей, мы in, baby. Let's get this back to the lot. Это вот так, да? Погнали. Да, интересно. Если машина прицеплена к эвакуатору, круг можно поднять и опустить только тогда, когда эвакуатор не подвижен. Окей. Так, кстати, можно и тачки воровать. Работаем. Oh, nigga got airs now. I remember you before you was a wannabe when you just was. And I remember you and JB before y'all was dope head. Shit changed. You the one all turfed up. JB smoking, but he ain't smoking homies. He out here grinding, towing cars, paying bills. For real. Cause I could have sworn it was me out here towing cars for him. And looking damn fine doing it too, baby. Понятно, Джей Бит, короче, скурился или снаркоманился. Это его подруга или кто она такая, имя, попросила нас подменить его на работе. Ну, дабы его не уволили, наверное, ну и подзаработать тоже. Так, и нам... Окей, мы делаем дроп, где они got the areas marked. They get real finicky when we don't leave it in the right place. Чуть-чуть машинку помнем, ничего страшного, я думаю. Okay, you got it. Release that baby. Эй, ну я же отпустил ее. А, отцепить, право. I'll see you on the block. Anything you need. You holler at me. Ну прикольно, мы еще и поработали эвакуатором. Но все равно почему-то серебро. Новый контакт, Тоня. А что с ней можно сделать-то, с Тоней?
Да, машина действительно развалюха, видимо, ее угнали откуда-то, на дело пустили и... Oh, so now you want to pick up. I got Franklin do that job for you. Franklin Clinton? Who do you think, JB? Эй, где моя тачка, мать вашу, а? Your job, you cracked out, fool. You can barely work a fart out your ass right now. Это не она? Oh, no. Да, она. Кто-то заботливо припарковал ее. Эх, заботливые американские полицейские. Ну что ж, давайте на этом закончим вторую серию нашего долгого и длинного, но не менее интересного прохождения в GTA 5. Чтобы не пропустить следующие серии, подписывайтесь на канал, ставьте большой палец вверх и комментируйте. Всем всего доброго. Пока.